теплое время, в холодное, в дождь, в снег, там неважно когда, вот это все превращается в спорт, а спорт превращается в удовольствие. Вот вы с детьми, с там, родителями, с мужьями правильно делаете, что катаетесь. Я специально все оставил, пришел к вам, чтобы сказать вам спасибо. И еще момент. Вот на мне сегодня футболка с нашим президентом. Да, он в военно-морской форме. Почему? Потому что завтра день военно-морского флота. И, казалось бы, Смоленск такой сухопутный город, но не тут-то было. На Северном флоте, например, есть атомный подводно-ракетный крейсер «Смоленск» и много других кораблей, судов, вертолетов, которые носят это наименование. И вот этот праздник, День военно-морского флота, так совпал с сегодняшним велопробегом. Я вот специально надел футболку с Путиным в военно-морской форме. Ребят, еще раз спасибо. Тут будут некие призы. Вам спонсор будет вручать. И вас благодарю.